Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу вам показать свои растения на вечернем закате. Начнем со стефанотиса. Он у меня наконец-то решил зацвести. Вот, посмотрите. Правда, он ленится. Всего на одной веточке у него заложил бутоны. Но на бутонах на очень много цветочков будет. Прям раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 по 10. Ну, вот здесь поменьше, конечно. Вот, посмотрите, на него сейчас так падает солнце. Прям подсвечивает. Красиво смотрится очень. Завтра, думаю, он распустится. А здесь мой мини-садик с кактусами. Здесь вот такая вот у меня еще травка растет. Ну вот этот увеличился кактус. Они, конечно, медленно все растут. Мурая у меня вся в цвету, прям тоже набрала очень много. Вот посмотрите, вот на каждой веточке очень много прям бутонов. Но она вот еще их долго, видимо, будет наращивать. Мандарин у меня распушился прям весь после обрезки. Весь такой прям деревце такое раскидистое. Это мои адениумы. Это вот мой привитый. Прививочки вообще прям затянуло все хорошо. Пушистый такой стоит. Видите? Пушистик такой. Рядом у меня из Таиланда вот стал расти. Это моя прививочка. Вся в бутончиках. Должна вот-вот распуститься. И там тоже дальше. Это у меня сросшенные два адениума. На заднем платье. В плане жасмин. Здесь вот мой еще адениум стоит. Такие вот тоже попу наращивает себе. Здесь дынька у меня на солнышке созревает. Но, правда, не моя. Это моя герань. Я очень ее люблю. Вот так она прям яркими такими цветочками цветет. Очень красиво. Это мандевилла. Я ее вырастила с отростком. Вот у нее вот цветочек. Здесь вот распустится, там вот тоже бутончик и вот еще. Это мои розы. Ну, конечно, здесь, конечно, клещ у меня погулял. Мне пришлось все листья убрать. И вот сейчас все новое нарастает. Вот они у меня цветут. И вот здесь вот очень много бутонов появилось. Вот. Вот бутон. Вот бутон. То есть появляются бутоны. Они всегда цветут, в принципе. Постоянно. Но моя папайя бьет все рекорды. У нее такие листья наросли, посмотрите, вообще. Такой ствол толстый. Она прям такая, знаете, коренастенькая, такая толстенькая вся. Думаю, что нужно ее еще больше посуду пересаживать, потому что здесь вот земельку даже не порыхлить. У нее все корневая система полностью развелась. Хорошо очень. Теперь переходим к маленьким моим адениумам. Ну вот это вот мои еще ясельки, наверное, можно так сказать. Растут так потихоньку. А вот эти вот мои адеши, прям вообще такие семена хорошие были. Вот эти мне прям очень нравятся. Такие экземпляры хорошие. Видите, какие... Такие коренастенькие, такие толстенькие все.
Ну, вот на них еще прищипка, конечно, повлияла, обрезка. Я их маленького возраста же обрезала. И вот они у меня все такие прям хорошие. Я их специально углубила, чтобы они... Ну, они, конечно, разные. Здесь есть вот потоньше, но это тоже от сорта, видимо, зависит. Которая... Ну, это вот моя Анона, посаженная из косточек. Вот такая она красавица. Листья такие, знаете, на солнце вот иногда вот или на свет падают, они прям перламутровые. Прям такие, знаете, интересные очень. Зелень красивая. Там дальше у меня адениумы стоят. Ну, это тоже тайландский, вот у него почки уже такие проснулись. Здесь тоже бутоны заложил. Ну, все, в общем-то... Здесь вот у меня маленький. И вот здесь вот гуанабана тоже вылезла, анона. Не знаю, каким образом. Видимо, как-то в землю попала семечко. Вот у меня кофейные деревца, которые я рассаживала. Чувствуют они себя прекрасно. Вот они очень хорошо растут. Все и маленькие тоже растут. А этот у меня вообще, посмотрите, он весь будет в цветочках. У него, посмотрите, вообще весь. Просто сейчас прям вылетело из головы, не помню, как он называется. Адениумы. Это вот мой привитый стоит разными сортами. Вот здесь у него бутоны, я уже говорила. И там позади у него еще свои бутоны, то есть материнского растения. То есть, вот смотрите, прививки, какие листья у него шикарные. И вот видно, смотрите, листья все разные. Ну, это моя красавица Мандевилла Диплодения. Она вообще цветет не переставая, просто не переставая. Я ее поставила там повыше, потому что места, как всегда, не хватает. А это мой эсхинантус. Тоже начинает цвести. Такая, его, конечно, плохо видно. Угандийский клеродендрум поставила повыше, чтобы он свисал свои плети сюда вниз. Пока не хочу его резать. Здесь вот мои стоят. Здесь вот хоя, которую я вырастила сама с отростка. Она вот прям молоденькая у меня. Но ей прям очень хорошо. Листочки такие хорошие. Вот она начала уже, видите, тоже пускать такие веточки. Очень мне нравится, как она цветет, конечно. Это моя герань. Тоже цветет постоянно. Она такая небольшая, аккуратненькая и постоянно в цвету. А это мой женишок. Вот такой вот. Тоже цветет постоянно. Ну, это моя красотка Руселия, которую я недавно пересадила. У нее прям вот еще одна ветка такая прям вверх пошла. Ну, чувствует она после пересадки себя очень хорошо. Вот эта веточка у нее вообще распушилась, смотрите. Я когда пересаживала, она была мельче намного. Красоточка. Это вот моя бугенвилка, которую сама вырастила за отростка. С моей большой. Сейчас покажу большую. Ну вот моя большая бугенвилия, которая сидит 50-литровом горшке. Но я ее немного, конечно, обстригаю. Наверное, поэтому она и не цветет у меня пока. Прививочки на ней очень хорошо растут. Но мне сейчас, конечно, сложно их показать. Я ей поменяла местоположение. Вот одна прививочка. Вот здесь вот она хорошо так растет очень. Вся. А вторая там за ней где-то прививочка. Мне ее не достать, показать.
Но это мой абутилон. Он цветет, не переставая. У него просто вообще вот сейчас поменьше цветов стало, а то еще больше будет. Красавчик. У плюмерии продолжается цветение, ну так уже очень мало, но бутончики там появляются. Но она очень хорошо разветвилась вот у меня. Видите на ветке сколько у нее? На три. Три еще отростка таких появились. Ну антуриумы мои продолжают цветение. У красного там прямо с середины уже появляются новые бутоны. И это моя красотка пуансеттия. Но она немного повяла, сейчас ее нужно полить будет. Да, очень больших размеров. Она прям, вот видите, какая, шариком. Это мой спатифилум. Он сейчас отдыхает, не цветет. И за ним замиокулькас. Замиокулькас с фикусом. И сейчас я вам немного расскажу о освещении. Какое у меня освещение на лоджии. Ну вот я сейчас стою, и в принципе на растение очень хорошо падает свет. То есть у меня вот здесь вот лампа дневного света. Это вот первое. Здесь у меня тоже лампа дневного света. И еще вот такой вот светильник тоже, чтобы посветлее здесь было. Ну, им как бы, в принципе, их устраивает, наверное. По растениям я просто смотрю, что им нравится. Достаточно этого света. И просто в лоджии два светильника настенных. Я просто плафонный сняла, чтобы поярче было. И вот еще одна лампа у меня в другом проходе. Ну, вот зимой, допустим, да, когда на улице темно и вообще сейчас темнеет, на лоджии, конечно, светло очень. И даже если с улицы посмотреть, то у меня лоджия, наверное, самая яркая во всем доме. И адениумам, в принципе, этого света достаточно. Они у меня зимой, потому что, ну, и цветут тоже. Ну все, увидимся в следующем видео.